Ценники в магазинах меняются несколько раз в год, причем только в сторону повышения. В Управлении статистики по Бурятии отмечает, уровень инфляции в сентябре этого года по сравнению с августом вырос на 6%. Из основных продовольственных товаров максимальные темпы роста цен наблюдались на следующие виды, на следующие группы товаров. Это крупы и бобовые, мясо и птица, кондитерские изделия. Среди продовольственных товаров по сравнению с прошлым годом ускорились темпы роста цен на кондитерские изделия. Если в прошлом году за аналогичный период кондитерские изделия поднялись в цене на 5%, то в нынешнем году уже на 7%. Статистика – вещь упрямая, и мы будем оперировать точными данными до доли процентов. Более чем на 3,4% выросли цены на хлеб и хлебобулочные изделия. Горох и фасоль выросли в цене на 5,1%. Яйца куриные стали дороже на 13,2%. Помидоры свежие стали дороже на 16,5%. Апельсины на 14,9%. Огурцы выросли в цене на 1,5%. По словам экономистов, это связано в первую очередь с тем, что 43% продуктов на полках магазинов республики – это импорт. Если мы с вами посмотрим на продовольственный рынок Российской Федерации, то там практически такие же аналогичные тренды отмечаются. То есть значительно выросли цены на картофель. Это связано с тем, что заметно снизились темпы сбора урожая из-за непогоды и нехватки рабочих сил. На начало октября было собрано примерно на 19% картофеля меньше, чем в прошлом году. На 7% меньше овощей. Также на рынке Российской Федерации отмечается рост цен на мясо курицы. Это примерно 3,2%. И свинины на 1,7%. В этом видеосюжете мы коснулись продовольственного рынка Бурятии, развивающегося малыми темпами из-за суровых климатических условий, отсутствия больших овощехранилищ и слабой транспортной инфраструктуры. При этом непродовольственный рынок Бурятии также вырос в среднем на 9%. Особенно гигантскими темпами вырос рынок деревообработки и металла. На новый уровень экономику в Бурятии способны вывести снижение налогов в сельском хозяйстве и внедрение новых видов поддержки малого и среднего бизнеса. Намсарай Намсараев, Максим Махалов, Жаргал Цырндашиев. Новости дня.